То есть вот это мы выгоняем материал. Да, то есть вот, когда он стоит, выгорает. Нужно сначала выбрать. Это всегда так перед запуском? Или если один и тот же материал запускаем? Ну, перед запуском желательно чуть-чуть прогнать, чтобы если он долго стоял в нагретом состоянии, то что нагорает на щели, материал его убрать. Запуск нормально. Машина на прогрев была поставлена в 8 утра. Греться ей нужно 4 часа. После 4 часов прогрева мы приступаем к запуску. Первое что? Выставляем запускные параметры. Далее. Выставляем башню вращения в центр. Включаем обдув рукава. Включаем внутреннее охлаждение IBC. Далее. Включаем шнеки. И начинаем поднимать рукав. Охлаждаем для того, чтобы закрепить этот рукав на веревке. Ждем, когда рукав дойдет до вытяжных валов. Делают протяжку. Вот смотрите, пленка дошла до башни вращения, она на низ еще не опустилась. Вот когда пленка дойдет до самих намотчиков, тогда они уже начнут регулировать толщину, ширину. Вот она идет протяжка. Сейчас вы посмотрите через валы.
идет протяжка в любом случае, они увеличивают росту, чтобы уже рукам более стабильно сидеть. Это раз. Во-вторых, когда они веревочку подвязывали, если видели, там у нас отверстие было для выхода воздуха. Да. Сейчас, когда через валы начинаем проходить, отверстие закрылось. Соответственно, воздуху выходить некуда, и образуется вот этот разрыв дальнейший уже рукава. Когда мы этот протяж отвернули, выставляется уже параметр по ширине, по толщине. И необходимая ширина по центру фиксируется стабилизирующей корзиной. Параметры. Сейчас машина сама выходит в размер, то есть задано 1540 мм. Вот она постепенно сейчас начинает расти размер, ширина. И плюс шнеки мы не трогаем, добавляем вытяжку, чтобы добиться 90 метров. Приблизительно машина на решетке. Сколько занимает это вот от того, как мы начали? Ну, где-то, если все отстроено, на мурчике везде бежит где-то полчаса, ну, 30 часов. В данном случае пленка у нас идет рукавом, да? Но намотчик у нас имеет два поста спина к спине конфигурации для того, чтобы получать полотно. Для того, чтобы получать полотно, нам необходимо сделать обрезку края пленки. Для этого предусмотрены два продольных ножа по краям, которые обрезают край и, соответственно, позволяют развести полотно на две стороны. В этом случае у нас уже получается не рукавная пленка, а полотно. И намотка идет одновременно на два ножа. Пленка идет в виде полотна.